Правительство Казахстана выделило из резерва 30 миллиардов тенге для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям ряда регионов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов. Эти средства в виде целевых трансфертов направлены на субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции. Больше всего выделено Акимату Акмолинской области – почти 8 миллиардов тенге. 5 миллиардов направлены в Жамбылскую область, 4,5 миллиарда тенге получат фермеры Восточно-Казахстанской области. Всего в текущем году на субсидирование агропромышленного комплекса правительства из всех источников выделило 494 миллиарда тенге. В ближайшее время планируется направить дополнительно 30 миллиардов на инвестиционное субсидирование и субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу.